Очередная 41-я сессия собрания городских депутатов состоялась в актовом зале администрации. На повестке дня стоял вопрос заслушивания годового отчета контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа город Хасавюрт. Главным докладчиком выступил начальник ведомства Султан Абакаров. Контрольно-счетная палата обладает организационной функциональной независимостью, осуществляет свою деятельность самостоятельно. В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты в отчетном году проведено 15 контрольных мероприятий. В докладе Абакаров отметил, что организация деятельности контрольно-счетной палаты в отчетном периоде строилась на основе принципов законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. Ее деятельность была направлена на обеспечение прозрачности бюджетного процесса, устранение причин нарушений при использовании бюджетных средств и муниципального имущества, обеспечение объективной информации руководства городского округа. По результатам контрольных мероприятий контрольно-счетной палаты выявлены нарушения недостатков на сумму 150 тысяч неэффективно расходованных бюджетных средств. Из них на долю нецелевого использования бюджетных средств приходится 179,3 тысяч рублей. В продолжении заседания депутатами также было обозначено, что в ходе всей работы депутатского корпуса в приоритете остается осуществление деятельности на благо обществу. После обсуждения всех намеченных вопросов со словом оглашения проекта решения выступил депутат городского собрания Саид Муртазалиев, которое было принято городскими парламентариями единогласно. Бика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».